Вот так вот выглядит пляж, на котором мы находимся. Конечно, виды шикарные. Крутой тропический пляж. Вот, но будем отсюда сруливать. Делать тут особо нечего. Поэтому сейчас поедем на автобусике. Куда-нибудь поинтереснее. В Арамболь, например. Купили мы вот таких вот бананов на 50 рупий, где-то на 0,8 доллара, около килограмма, она говорит, примерно 40 рупий. Thank you. Где? Тут как бы много-много сладостей, интересно. Кертента. Итак, пробуем маленькие бананчики. Вот такие вот бананчики. В Бразилии любят такие бананы, они стоят в два раза дороже, чем те, которые мы ели уже. Вот, но будем пробовать, будем кушать такие теперь. Тем более та же цена, по которой мы брали там. Сейчас мы будем искать нашу эту станцию автобусную. Тут происходит. Вот, кстати, поза сапожника. Вот я все время говорю, что это не бабочка, а поза сапожника. Вам проментала?
Карамболь? No. Карамболь. 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 Dublin, né? Mas é Dublin. Parece Dublin. Não sei. Carambol. Вот это полиция, по всей видимости. Вот такой хаос тут творится. Вот так вот должен быть выглядеть этот арбуз. К сожалению, наш. Não tem nem gente dentro do ônibus. Tá nem de parada. Não tem ninguém aqui dentro. Вообще, нам сказали, что нужно купить билет. In Arambol. In Arambol. 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 What price? How much? 67. 37. 37. 5 change. What is 5 rupees? 5. Итак, вот интересно, я дал ему 200, я так и не помню, сколько он стоит. Я дал ему 200, он мне, в общем... Потом я посмотрел, я услышал 70 за одного. В общем, и потом услышал 140, или как-то он сказал, типа это. И дал ему 200, он мне дал сдачи 30. И сотку себя оставил. Вот, собственно, и все. Один из первых разов, когда нас реально и отчетливо хотели обмануть в Индии и дать на 100 рупий меньше. Так что даже в Индии проверяйте свои чеки и сдачу, это убережет вас от некоторых мелких проблем и плохого настроения. Но и это, к сожалению, не наша самая большая проблема, связанная с тем днем. Тем более, что тогда я переспросил, а почему так мало сдачи дали? И он сразу отдал эту сотку и сказал, да, вот, я забыл вам отдать. Ну а сейчас, вдобавок к этому, мы обнаружили, что видео... Отчет о том, как мы добирались с города Васко-да-Гама до Арамболи на трех автобусах, был, к сожалению, утерян. Если мы его найдем, правда, мы восстановим, но ничего страшного, в принципе, ничего такого интересного или того, чего нельзя было бы рассказать словами, в принципе, не было. Тем более, что через некоторое время мы еще добирались с Арамболи до Васко-да-Гама и даже дальше назад. О чем сохранился полный видеоотчет с точными ценами, продолжительностью поездок и так далее. Ну а пока вкратце опишу, что же приключилось с нами в этот раз, в тот момент, когда видеоотчет, к сожалению, наш отсутствует. В общем, первым делом мы сели в автобус. Стоимость проезда в автобусе в город Пананж вы уже увидели. Это чуть более $1 на двоих, и также протяженность проезда где-то минут 40 до часа.
Ехать достаточно не скучно и интересно, только нужно получить талончик. Кроме того, проезжаем через красивый достаточно мост с видом на океан. Но когда мы уже выходили в городе Пананж, который, кстати, является столицей штата Гоа, мы встретили вот эту замечательную и веселую девушку, на которую указывает стрелка в данном видео, и которая, собственно, нам и помогла быстро решить этот ребус с проездом двумя автобусами в город Арамболь, а также найти там хорошее жилье. Оказалось, естественно, что она русская, живет в Москве, и причем, как всегда, по чистой случайности, едет туда же, куда и мы, в город Арамболь. Так сказать, поселение русских туристов, какой-то маленький поселочек. В общем, как вы понимаете, в городе Пананж мы останавливаться надолго, естественно, не стали. Это достаточно дорогой город с большими отелями. Там, как я понял, самые дорогие и самые крутые отели, которые вообще существуют на Гоа. Там, так сказать, место для богатых туристов, которые покупают себе отдых пакетами вместе с, типа, как все включено и так далее. Что, как вы понимаете, совсем не наш формат отдыха бюджетного. И поэтому мы далее сели опять в еще один автобус, который идет с города Пананж в город Мупаса, Мапуса. Хотя некоторые местные вообще называют что-то типа Мапса. В общем, это не так важно. Проезд стоит также недорого, до $1 за двоих человек. И также время проезда чуть менее 1 часа, где-то в районе 40 минут. Пересесть с одного автобуса в другой достаточно просто. Они останавливаются, то есть первый останавливается примерно на том же месте, где и нужно садиться во второй, так что нужно просто выйти и пересесть в другой автобус. Далее мы немного прогулялись по этому небольшому городку Мапуса. Вернее, не совсем прогулялись по городу, а пошли на его рынок. Рынок находится, причем прямо на автобусной остановке. Также с автобусной этой же остановки и выходят автобусы уже на сам Арамболь. Причем советуем вам поступить так же самое и сходить на этот небольшой рыночек. Так он достаточно недорогой, и на нем реально можно закупиться недорогими продуктами или одеждой перед тем, как вы поедете в сам Арамболь. Мы, конечно же, немного поснимали на этом рынке, но, к сожалению, это видео также пока что потеряно для нас. Но ничего страшного, мы буквально через пару дней еще возвращались на этот же рыночек, о чем будет интересно видео, так что смотрите наши следующие серии. В общем, ничего страшного. Ну а мы таки немного закупились недорогими фруктами и таки поехали в наш заветный город Арамболь. Так сказать, современную мекку русских туристов, отдыхающих на Гоа. Проезд в автобусе Мапуса Арамболь стоит примерно по 25 рупий за каждого, то есть 50 рупий за двоих. Это также чуть менее $1. И также примерно от 40 минут до часа вы можете ехать до Арамболя. В Арамболе нужно попросить выйти. И, собственно, там начинается длинная-длинная улица торговая, на которой продаются горы всякой-всякой туристической всячины. К сожалению, наша прогулка по этому туристическому парадайзу также не сохранилась на видео, но ничего страшного, мы буквально через пару дней также вышли на большую видеопрогулку по этим торговым рядам, так что вы ничего не потеряете. Особенно, если будете внимательно смотреть наши последующие видео. Ну, собственно, и все. Мы где-то минут 20 прошлись по этим торговым рядам, примерно на всю их протяженностью. И в конце этих торговых рядов, на самом берегу Индийского океана, там, где начинаются уже скалы, и располагался достаточно большой гестхаус-комплекс под названием Ом Ганеш, куда нас и привела эта замечательная девушка, которая, собственно, в этом же гестхаусе и жила сама на втором этаже. Но нам понравилась комната на третьем этаже. Она нас познакомила с парнем, которого зовут Рауль. Он является хозяином данного места. Если честно, нам вообще сразу же понравилась и та комната, в которой нам предстояло жить, и также вообще все то место, в котором этот гестхаус находится. Он находится над скалами и буквально, наверное, метров 50 от моря. Постоянный шум океана, пальмы, в общем, все как мы предвидели и как мы заказывали. Солнце, море, пальмы, песок, все, что нужно для хорошего отдыха. Так что мы совсем немного поторговавшись с Раулем, чисто так ради приличия, все-таки сняли эту комнату. А вот какой будет эта комната, вернее, какой она была, вы узнаете в следующей серии. Благо, следующая часть уцелевшего видео как раз и начинается с того момента, как мы показывали вам свою новенькую квартиру. Так что, если мы вдруг найдем пропавшую часть данного видео, мы выложим еще раз на наш YouTube-канал. А пока что подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, если вам понравилось данное видео, и переходите в следующее видео.
Надеюсь, во всех следующих сериях мы сможем избежать подобных технических проблем. Ну ничего, надеюсь, вам понравилось мое читание, так сказать, импровизированного текста. Так что в любом случае подписывайтесь на наш канал. И пока-пока, увидимся с вами в следующей серии. В ссылках под данным видео. Ну еще раз небольшое резюме для тех, кто все-таки досидел до самого конца. Как проехать из города Васко-да-Гама до Рамболи. В общем, в среднем у нас поездка заняла, наверное, около 3 часов. Может, около 2,5-3 часов занять. Переезд на 3 автобусах. Автобусы найти достаточно легко. Просто выходите из одного автобуса, садитесь в другой. Также самая примерно стоимость около $3 нам вышла на 2 человек. То есть примерно около $1.5 на 1 человека. Так как я говорю, около 3 часов это занимает. А так все это достаточно легко и интуитивно. Главное тут найти автобусную станцию в городе Васко-да-Гама, что мы вам показывали в данном видео, а также выйти на правильные остановки в Рамболи, о чем следует спросить водителя автобуса, либо иметь с собой GPS и просто смотреть, когда вы недалеко от Рамболи проезжаете по карте. Ну а о жилье, ценах и так далее, все, что происходит в Рамболи, вы, как я уже сказал, узнаете в следующем видео. Так что пока-пока еще раз, увидимся с вами в следующем видео, в ссылке в комментариях.